разобраться с тем, как настроить среду для компиляции простейшей программы на ассемблере для архитектуры Intel 64 в операционной системе Linux. Наша программа будет очень простой, она будет по традиции просто выводить на экран сообщение Hello World. Первым шагом настроим среду для компиляции. Как это ни странно, среда для компиляции в Linux настраивается ровно одной командой. Вот она сейчас у вас на экране. Sudo apt-get install build-essential. Build-essential – это такой метапакет, который включает в себя целый набор инструментов для компиляции. Прежде всего это GCC, то есть GNU Compiler Collection, в состав которого входит и ассемблер, GNU Assembler или GAS. Также туда входит утилита make, которую мы будем использовать для того, чтобы создать файл для сборки нашего проекта. Итак, запускаем. Ну, в данном случае у меня ничего не происходит, потому что у меня этот пакет уже стоит, а если у вас он не стоит, то вы просто увидите сообщение об установке и какой-то процесс для скачивания пакетов и развертывания их в вашей операционной системе. Перед тем, как мы разберем структуру программы на ассемблере, которая печатает на экране Hello World, давайте прикинем ее архитектуру с точки зрения обычного языка программирования и вспомним, какие части или какие ресурсы операционной системы мы используем для того, чтобы вывести сообщение на экран. Если бы мы писали программу Hello World на языке C++ или C, она бы выглядела у нас вот таким образом. Int main. Дальше printf. Hello World. Давайте разберемся, что же это такое в действительности. В действительности вот эта строчка printf, это строчка fprintf, у которой первый параметр это файл, в который мы пишем std.io, дальше hello world. Если еще более глубже заглянуть в эту программу, то это системный вызов write. Этому системному вызову write передается дескриптор файла, который соответствует std.io, этот дескриптор 1 всегда. Дальше ему передается указатель на строчку hello world, то есть какой-то Hello PTR. И ему передается количество символов, которые надо записать в вот этот файл. Их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0, 12. 12. И если мы в конце концов будем разглядывать программу на ассемблере, то она сведется, видимо, к следующему. Мы должны где-то определить Hello World. Мы должны где-то определить 12 длину. Назовем их MSG, а это len. Мы должны будем каким-то образом сделать syscall, или в наших лекциях это было int 0x80, предварительно вот в этом вот месте загрузить нужные регистры для того, чтобы syscall получил вот эти аргументы 1, hello world и 12. Значит, загрузка аргументов
Следует отметить, что существует так называемый Application Binary Interface, который определяет порядок использования регистров при загрузке аргументов для системных вызовов. Давайте разберемся с генерацией программы. Давайте разберемся с тем, как происходит процесс ассемблирования, то есть что делает ассемблер, когда компилирует нашу программу на языке ассемблера. У нас есть некая программа, предположим, несколько инструкций, move1RAX, move15ESI, что-нибудь syscall. Что происходит? Представьте, что у нас есть просто участок памяти, и куда-то в этот участок памяти показывает указатель. Это текущая позиция компилятора или ассемблера. Ассемблер берет первую команду, превращает ее в машинные инструкции. И эти инструкции записывает в эту память. Допустим, они занимают сколько-то байт. Дальше ассемблер переставляет вот этот указатель на новое место и переходит к следующей команде. Берет эту команду, транслирует ее в какие-то инструкции таким же точно образом и снова записывает их в память, в этот буфер, и переставляет указатель. В тексте программы на ассемблере может встретиться, например, определение данных. Например, метка какая-нибудь S. И дальше может могут следовать какие-то данные. Ну, например, это может быть строчка. Существует специальное слово ASCII, чтобы обозначить строчку. Здесь какие-то Hello World, предположим. А дальше могут снова идти инструкции. Move что-нибудь 15 в EDX. Значит, когда ассемблер доходит до вот этой инструкция, эта метка для него ничего не обозначает, это просто некий маркер в памяти, который имеет имя S, то есть это имя для адреса. Вот эти данные ассемблер не превращает в команды, потому что здесь написано, что это данные, а просто копирует отсюда следующий участок памяти. Здесь появляется Hello World. А дальше переставляет указатель, а дальше снова, если встречается инструкция, то ассемблер берет эту инструкцию, точно так же транслирует и записывает дальше. Таким образом, программа или процесс компиляции программы, он заключается в том, чтобы вот все инструкции последовательно, как они встречаются у нас в программе, записать в транслированном виде в непрерывную область памяти. Это обозначает, что иногда мы можем ссылаться на текущую позицию в памяти каким бы то ни было образом. Например, с помощью метки или, например, с помощью специального символа точка. Точка обозначает это текущее место, текущая вот эта стрелочка. И для того, чтобы вы увидите дальше, вычислить, например, длину строчки, не надо писать, считать пальцами, сколько она занимает символов, а просто можно написать, что len равно текущее место минус s.
И вот это вот выражение, это как раз и есть разница между концом строки и ее началом. Итак, разбор нашего проекта Hello World, написанного на ассемблере. В нашем проекте есть два файла, hello.s, который содержит код на ассемблере, и makefile, файл для сборки. Начнем с hello.s. Прежде всего, в программе нам надо определить секцию, которую мы используем для того, чтобы указать ассемблеру, что это за секция. В ней содержится текст программы, либо в ней содержатся данные. В данном случае мы используем только текст, секцию текст, для того, чтобы определить только один сегмент, в котором содержится текст программы, коды. Туда же поместим и данные, не будем выделять специальную секцию для данных. Далее требуется определить метку start с подчеркиванием. Это зарезервированное имя для точки входа в программе, в программу на ассемблере. Можно считать, что это аналог функции main в языке C. И для того, чтобы эта метка была видна снаружи загрузчику процессов операционной системы, требуется сделать ее видимой или глобальной. Делается это с помощью специальной инструкции .global. Далее. Собственно, в строчках с 13 по 24 содержится код на ассемблере, позволяющий загрузить параметры для системного вызова write. Параметров всего 4. Первый, вернее, нулевой параметр – это номер системного вызова, вот номер самого этого write, он в нашем случае равен единичка. Таблицу с номерами системных вызовов вы можете найти по ссылкам в конце этого файла. Дальше, единичка – это дескриптор устройства или номер файла, то есть stdout, который у нас в данном случае тоже равен единице. Stdout всегда имеет единицу, это такое фиксированное значение. И второй и третий параметр – это строка и длина этой строки. Значит, давайте посмотрим, как определены данные. Данные определены следующим образом. У нас есть специальная инструкция ASCII, которая определяет байтовые строчки последовательности таких символов. Вот. И у нас есть вычисление длины этой строки. Мы уже рассмотрели, как работает ассемблер, и понимаем, что длина этой строки вычисляет следующим образом. Это вот текущее место в программе минус начало вот этой строки, то есть минус адрес вот этой метки. То есть вот этот адрес минус вот этот адрес. А между ними как раз и находится строка. Вот. Итак, вернемся. Вот эти инструкции загружают регистры. Напомню, что регистры обозначаются, имена регистров имеют префикс процент в нотации AT&T. И перед абсолютными значениями, загружаемыми в регистры, ставится доллар. Итак, мы загружаем номер системного вызова, единица, что соответствует write. Мы загружаем идентификатор устройства или файла, в который мы будем делать запись. Это stdout. Мы загружаем адрес строчки Hello World, то есть вот этот вот адрес, который соответствует вот этой метке, и мы загружаем длину. Дальше мы делаем syscall. Syscall – это специальная инструкция. В более старых версиях ассемблера можно вместо syscall увидеть int 0x80, что, по сути дела, то же самое. После того, как мы сделали syscall в этой строчке, нам надо выйти из программы. Выход осуществляется с помощью системного вызова exit, и мы поместили вызов exit в нашу процедуру отдельную, которую тоже назвали exit. Сделали мы это для того, чтобы просто продемонстрировать, как передавать управление.
Вот вызов этого exit и, собственно, процедура. Вот метка, которая определяет начало этой процедуры. Мы помещаем значение 60 в регистр RAX. Это номер системного вызова exit. Следующий аргумент, единственный у системного вызова exit, это код возврата, в данном случае 0, что значит без ошибок. Мы размещаем его в RDI и снова делаем syscall. В обычных случаях вам потребуется еще в строчке 43, видимо, read или return, для того, чтобы вернуть управление. Но в данном случае нам управление возвращать не требуется, мы просто в строчке 42 уже завершили процесс. В конце нашего файла можно найти ссылки по теме и ссылку на группу, где можно задавать вопросы. Итак, посмотрим, что же содержит у нас makefile. Makefile содержит всего лишь две инструкции для сборки нашей программы. GCC-C обозначает просто скомпилировать. То есть из hello.s получить файл hello.o, файл с объектными кодами, и ld, это линковщик, получить из hello.o исполняемый модуль. Давайте попробуем собрать нашу программу. Вот, все отработало. Мы видим, что у нас появился файл aout. Запустим его. Hello world. Вуаля! Итак, мы, в общем-то, небольшими усилиями научились писать и компилировать простейшие программы на ассемблере для Linux.